Так, рыба тут попалась такая вот. Что ли? Не знаю. Справа. Справа. Слева вот. Тоже кто-то кого-то готовится съесть. Похоже. В общем, эта палитра тоже рабочая. На 34-м датчике ничего делает. Вот, выделяет рыбу хорошо. Я бы сказал, что мне даже нравится, что можно поднять на ней контраст. На 56-м датчике начинаются полосы, желтые засвет и все такое. Вот. А на 34-м этого нет. Просто равномерно, да, меньше охват, но зато ровненько все и побочка более явно выделяется рыба, и она прорисовывается чуть-чуть, потому что частота выше. Вот, ключик работает. Вот. И можно как-то посмотреть, как он везде сидит. Что-то накопал в нем, да. Тут он лишь похоже сидит. А вот слева деревцо, какая прелесть, вот, валяется. Вот. А возле него кучка всякой мелочи, а справа, смотрите, сколько рыбы. Вот, и так видно, и так видно. Очень даже скрайт. Травы. Вот, из нее вот это вот все. Рыбка там тусит, прячется. Вот видно хорошо, по три штучки ходит. Тут две, тут три. Шикардос. Так, в общем, и эта палитра работает. Очень даже неплохо. Сейчас я попробую еще вот. Кому-то там круглые колеса. Молчу кому. Что-то их тут накидали кому-то. Вот. Так, немножко тут, ну, тут как-то так. Все-таки рыба сейчас будет склонна к траве подтягиваться. Сбивает с траектории. Вот, вот рыбка. И, в общем, тут прям как в игру играешь. Глупо, конечно. Да, такая помощница. То есть, если чем-нибудь ошибаешься, в чем-то можно подглядеть. Вот слева, например, видно же реально. Ну, на краю биографии, да. Эй-эй. Вот тут еще всякие кучечки. Караси, может, болтаются какие-то, кто их знает. На флажке не вывешивают с надписью, кто она такой. В общем, рыбка есть. На мелечках. Вот, вон ее гроздьями. Вот, очень даже неплохо видно. Сколько там товарищей всяких. Вон вам, пожалуйста. Это мы на всякий случай так сделаем скрин. Забыл карту памяти, поэтому пишу память прибора. О, отлично, рыба. Везде. Там было дерево, да, но я пока тут тусил. Всякие ветки, всякие креветки. Ну, отлично. Отлично все видно. И с, и без.